Не выскочить. Событие встречи, возможность прожить непрожитую жизнь. Событие портал, событие тоннель. С необходимостью долженствования втягивать в турбулентность потока. Не выскочить. Приливной волной смывает, не выплыть. И даже если ты отказываешься от телесного скафандра в надежде задохнуться в невесомости космоса, так трактуя возможность своего свободного выбора пройти мимо и телесным скафандром заткнуть полынью события, необходимость как бы возможности возьмет тебя своими цепкими пальцами и прижмет намертво к своей груди в страстном объятии. Тебе кажется, что мир без тела – это эфемерный мир, это жесткая кристаллическая решетка. И ты не выберешься из нее, пока не пройдешь все уровни. Только тогда, на выходе, ты сможешь снова нырнуть в свой телесный скафандр и задышать в безопасности. Твоя свобода лишь в том, чтобы быть по ту или эту сторону полыньи и проживать свою иную жизнь в теле или без. Не выскочить.